Айрон, слушай, а где купить робуксы? Давно мечтал купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RBXL. На сайте ты сможешь купить робуксы по самому выгодному курсу с моментальной отправкой на ваш аккаунт. Постоянные пополнения, дискорд-сервер с частыми розыгрышами на робуксы, масштабный розыгрыш на стене в ВК, более 1000 одобряющих отзывов от покупателей, а также одно из главных преимуществ сайта. Акция, благодаря которой при вводе вашего реферального промокода вы и ваш друг получите по 40 робуксов каждый, а выполнив задание акции, еще 20 робуксов. Все это только на RBXL. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Да, дорогие друзья, это свершилось, ведь в хэллоуинском обновлении добавят Астон Мартин. Виктор, я рад всех приветствовать, всем здравствуйте, дамы и господа. И гости моего канала, с вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox. Режим кардейший тайком в Роблоксе. И просто... это сногсшибательная новость для меня, просто меня повергло в шок, то что добавит, черт возьми, Виктор, который я уже месяцев, я не знаю, месяцев 10 жду в КДТ, я просто, после того, как когда добавляли Виктор, получается, Драйвинг Империю на Новый год, я такой... ну, блин, ну, Фокс, создайте, давайте Виктор в КДТ. Я хочу Виктор в КДТ, ну и черт возьми. Реально добавляют Виктора в КДТ. Вы сейчас видите на своем экране Sneak Peek. Это старый. Получается, добавят мотоцикл из призрачного гонщика. Дальше второй Sneak Peek видите на своем экране. Это получается у нас новый центр. И сейчас вы увидите новый Sneak Peek на своем экранчике. И вы видите, это иконка игры. Получается, ее слили. То есть всегда вот эти иконки вот сливаются, и они всегда правдивые, так что вы видите на этой иконке, получается, мотоцикл, и сзади красуется зелененький, красивый Виктор. Это просто офигеть. Получается, еще вы видите на своем экране, кстати, новый шлемак лимитированный. Получается, это как был синим шлемаком, только это такой скелетон. Примерно там, ну, что-то там говорят, что будет 50 тысяч копий. То есть 50 тысяч человек только смогут забрать этот шлемак. Получается, будет новый мотак, Виктор, либо же ивентка, либо же лимитка. Надеюсь, лимитка. Если это лимитка, просто это настолько будет офигенно. Получается, шлемак. Мы еще лимитированные получим. И еще хэллоуинскую обнову саму. То есть будет карта у нас хэллоуинская вся. Блин, очень постарались Фоксис. Они прям осчастливили меня даже в этом году. Просто в прошлом году на Хэллоуин добавляли Атлантик Бугатти, который я тоже очень сильно ждал, как и Виктор. То есть, а в следующем году что, еще какую-то тачку добавите, которую я жду? Типа на Хэллоуин захотели порадовать Айрона. Получается, пока что на этом все. Сегодня у нас четверг, а это значит то, что уже послезавтра у нас выходит хэллоуинское обновление в игре Cardship Tycoon. И, возможно, завтра еще один Sneak Peek выпустят, фиг его знает, возможно. Но вот все, что мы пока что знаем о новом грядущем обновлении. Так что все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был Айрон, всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.